Общественные места в Чебоксарах становятся доступнее для маломобильных людей. В одном из кинотеатров северо-западного района города появились элементы доступной среды. Оборудовали специальную парковку, сделали указатели для слабовидящих и незрячих. Наша съемочная группа вместе с руководителем общественной организации «Свобода» Павлом Никитиным протестировали изменения. Пандус хороший. Проходит по ГОСТу, и зимой на нем не страшно подняться и спуститься. Этот пандус проверку прошел, но другой, ближний к парковке, для людей с ограниченными возможностями нет. Там слишком большой угол наклона, проехать по нему сможет не каждый. Хотя в итоге у Павла получилось. Дальше на пути в кинозал большой лифт. Лифт комфортный, доступный, я и сам здесь спокойно могу справиться. Лифт хороший. Проверки в кинотеатрах Чебоксара в других общественных местах начались после июньского открытого форума «Организация доступной среды» в прокуратуре Чувашии. Нарушения были выявлены во многих из них. Этот кинотеатр – один из первых, кто устранил недостатки. В отношении виновного лица было возбуждено дело об административном правонарушении по статье 9.13 КОАП РФ, предусматривающей ответственность за неисполнение требований доступности объектов инженерной, социальной инфраструктуры. Кроме того, в суд были направлены исковые заявления. Стоит отметить, что к моменту рассмотрения иска в суде организации были представлены фотоматериалы и документы, свидетельствующие о том, что нарушения устранены. Ну и контрольная проверка этот факт подтвердила. К проведению проверки были привлечены специалисты, компетентные в области доступности среды для маломобильных групп населения, которые показали, что в принципе нарушения комплексом кинотеатром устранены в полном объеме, то есть выполнены работы, буквы закона соответствуют. Комфортно. Сейчас попасть в кинозал могут и маломобильные, и незрячие люди. Привели билетную кассу в надлежащий вид. Обеспечивали наличие заниженной стойки для покупки билетов лицами с ограниченными возможностями здоровья. Оборудовали доступные для маломобильных групп населения кабины мужских и женских уборных, тревожная кнопка сигнализации, обеспечивающая постоянную связь с дежурным персоналом. В плане доступной среды все, что было указано по нашим нарушениям, все было устранено. Если появятся какие-то новые новшества по доступной среде, мы, конечно же, готовы все устранить. Мы все делаем для того, чтобы лицам с ограниченными возможностями в нашем кинотеатре Волжске было приятно. Если будут трудности какие-то при самостоятельном передвижении, они могут смело обратиться к персоналу. Недостатки, конечно, есть, но первые шаги сделаны. И это очень важно, считает Павел. Потом подтянутся и другие. Организация доступной среды остается на контроле у прокуратуры республики. Татьяна Трофимова, Игорь Зверев, Республика.